Дорогие коллеги, я очень сожалею, что не могу лично поздравить вас с замечательным десятилетием Академии телевидения и радио Армении. Я бы очень хотел это сделать лично, пожать вам руки и вместе с вами отпраздновать это торжество. Вот так обстоятельства сложились, что я не могу быть. Но я с вами сердцем, умом, но не телом. Еще раз примите мои самые горячие и самые искренние поздравления.